Тельцы, я вас приветствую. Давайте посмотрим ваши кармические уроки на этот коридор затмений, который будет вот-вот уже скоро. Настраивайтесь на себя. И мы посмотрим. Основной кармический урок этого периода. Ваша задача в контексте этого урока. И ключевое качество, которое нужно развить. Да? Давайте. Так, ну что, основной кармический урок этого периода – это перестать циклиться на негативе, перестать циклиться на том, что как-то не так происходит, на каких-то эмоциях, скажем так, негативного толка, который вы испытываете. Возможно, вы вокруг себя видите только что-то плохое, да, а хорошего не замечаете. Так вот, вам здесь задача, или же, знаете, что здесь еще есть такое, что вы можете быть зациклены на каком-то событии прошлого, которое вас очень сильно подкосило, и после которого вы видите жизнь только в черно-белых красках. Вот это еще. Если для вас вот это вот прямо сейчас, вот то, что я перечислила, актуально, да, продолжайте, пожалуйста, смотреть. Будем разбирать дальше. Вы знаете, я все-таки, да, склонна к тому, что есть какая-то зацикленность на какой-то ситуации из прошлого, и вы просто не можете ее отпустить. Или даже, если, знаете, на силе воли какой-то, все, я больше об этом не думаю, все, это больше там надо мной не властно, и так далее, да. И все равно опять приходит на круги своя, обязательно вы опять что-то вспоминаете, или что-то в жизни сейчас происходит, что вам, знаете, как отголоском прошлого проходит, и вы такие, ай, блин, опять, да, и начинаете по 15-му кругу все одно и то же мусолить, оставаясь плюс-минус в одном состоянии, вот в этом, да, эмоциональном состоянии, в котором вы находитесь. Здесь, знаете, я бы сказала, это, ну, такая классическая, да, жертвенная позиция, когда кто-то вас обидел, да, вы не можете простить какую-то обиду. Или же, исходя из чего-то, вы начали хуже жить, у вас как-то испортилась жизнь, может быть, достаток, может быть, вы что-то потеряли, опять же, недвижимость. Если это был какой-то громкий развод, громкий в плане не то, что там в СМИ он как-то освещался, а то, что вы очень много что на нем потеряли, да, это был действительно такой большой какой-то процесс, возможно, недвижимость вы потеряли, да, очень много ресурсов вы потеряли, возможно, семью прям с потерей прав, да, и так далее. То есть здесь может быть действительно очень, как от чего-то маленького, да, так и до таких вот масштабных проблем, которые были. Так, давайте смотреть вашу задачу в контексте этого урока. Вы же мои хорошие, вы же мои сладкие. Ваша задача — почувствовать себя победителем. Сейчас вы мне скажете: Света, ты что, вообще, что ли? Я же прям вообще, ну, все потеряла, да? Я же прям вообще все. Какой нахрен победитель, да? Но здесь, знаете, про что? Любая ситуация, она дается нам не просто так. Она нам дается для того, чтобы мы росли, развивались, да, искали новые для себя точки опоры, сами развивались. И вот здесь, знаете, как будто бы вы зависли в состоянии, как я еще раз скажу, жертвы, и вы не видите положительных моментов, на которые вы можете опереться. Так вот, ваша задача на этот коридор затмений — разобраться до конца с этой ситуацией, понять, что вы приобрели в конечном счете, потому что даже что-то теряя, мы все равно приобретаем, да? В природе нет пустого места, но не может быть его пустого. Как говорит закон, да, и то там энергии, экономики, чего там, да, если где-то убыло, то где-то прибыло, да, или наоборот, если где-то прибыло, значит, где-то убыло. Понимаете, действительно есть
плюсы в любой ситуации. Абсолютно в любой, даже в самой трешовой. И вот ваша задача здесь научиться их увидеть. Ну, слушайте, ну о чем? Ну, конечно. Знаете, вы концентрируетесь больше на том, что вы потеряли, как вас это подшатнуло, и как это несправедливо по отношению к вам было, да, и как, допустим, возможно, закрылись какие-то дороги, да, на то, чтобы куда-то дальше двигаться, во что-то приходить. Но по факту, знаете, здесь есть другие моменты. Здесь, возможно, вы приобрели какую-то своего рода свободу желаний, свободу намерений, действий, которые хотели вот именно вы. Да? Возможно, опять же, если мы говорим про расставание, это в браке вы чего-то не могли делать, да, какие-то ваши увлечения считались дуростью и блажью, да, а здесь сейчас вы действительно можете в полной мере заниматься тем, чем вы хотите. Возможно, ваши какие-то желания, возможно, ваши какие-то, ну, давайте так, увеселения, наслаждения, да, опять же, вы больше приобрели в этом. Эмоциональный фон. Опять же, возможно, даже несмотря на то, что вы как-то вот циклитесь еще эмоционально на той прошлой ситуации, если брать общий фон, да, эмоционально чувственный, то по большей части это вы, наверное, приобрели. То есть здесь посмотрите, поисследуйте эту сторону, да, для того, чтобы действительно найти, а в чем же я победитель, что же у меня хорошего произошло в конечном итоге. Потому что если, допустим, эта ситуация произошла, ну, много лет назад, да, но за это много лет действительно что-то было да хорошее, да, то, чего не могло произойти в той прошлой ситуации. Поэтому, как это, широко раскрывайте глаза. Ну, давайте смотреть ключевое качество, которое нужно развить, взять ответственности. Вы же мои хорошие. Да. Смотрите, какая штука. В любой ситуации, которая с нами происходит, наша ответственность также есть. Никогда не происходит такого, что у нас лапки и мы ни при чем. Так вот, когда вы возьмете на себя ответственность свою, да, не полностью за все, что произошло, нет. Хотя, может быть, у кого-то действительно так и надо сделать, да. Здесь больше про то, что да, вот я там тоже как бы наследила. И вот оно, то, что получилось, получилось. Но, что еще немаловажно, в этой же карте про то, что я собрала свои вещи, ну, условно, да, и иду дальше. У меня есть силы на то, чтобы идти и двигаться дальше. Собственно, я переступаю, несмотря на то, как мне тяжело сейчас. И если мы говорим про какие-то разводы, если мы говорим про потерю имущества какого-то и так далее, да, мне сейчас тяжело, но я иду дальше. Для того, чтобы выйти в более лучшее, светлое будущее, да, чтобы там, опять же, приобрести то, что для меня важно, что для меня нужно. Слушайте, карты сами говорят, или я вперед быстрее бегу, да? То, что для меня важно, то, что для меня нужно, и где я буду чувствовать себя замечательно. Слушайте, здесь у кого-то возможен, опять же, партнерский союз. Если вы пройдете, да, по тому, что да, несмотря на то, что мне тяжело, я иду дальше. Да, несмотря на то, что вот там какой-то трэш получился, я тоже за это ответственна. Там есть моя ответственность. Здесь главное разобраться, в чем была ваша ответственность. Не так, что, знаете, как Свет сказал, надо взять ответственность. Вы такие, да, я тоже ответственна. И все, да. А в чем, за что, как бы, да, как бы и непонятно, да. И здесь, получается, нужно действительно прорефлексировать ту ситуацию, которая у вас была. Здесь у вас сейчас, возможно, нет готовности туда так глубоко нырять, да, по чертогам мудрости своей ходить, но это нужно, да, для того, чтобы понять в полной мере вот все то, что произошло. Тельцы, это была такая первая часть. Кто хочет дальше, глубже посмотреть, я буду рассматривать кармическую связь с прошлым. То есть, какая именно ситуация повлияла, да, на то, что сейчас происходит. И мы еще посмотрим связь с родом. Да, возможно, род как-то, ну, тоже
к этому причастен, давайте так скажу. Дальше посмотрим конкретные действия, что вам нужно сделать для этого урока, для его проработки. Раз, два, три. Три действия будет. И также потенциальный результат для усвоения этого урока, чтобы вы его прошли и пошли дальше. В описании есть ссылочка на Boosty для тех, кто из России, и на Patreon для тех, кто из Европы и из Америки. Переходите, берите там вторую часть. Ну и, собственно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. До новых встреч, пока-пока!